Чую, они у нас на хвосте. Медлить нельзя. Согласен. Побежали. Уи. Только не врите, что вы так не делаете. Осторожно, там камни. Так, хорошо, осторожно, там камни. Это бежать и перепрыгнуть. Перепрыгнуть, осторожно. Перепрыгнуть. Так, в прошлой серии мы что с вами... Что же это за ночь-то такая? Остаемся в том, что мы провалились куда-то в пещерку. Все начинало налаживаться. Не, не в эту пещеру. Так, тихо. Тихо, тихо. Ну, вставай. Блин. Давно не играл и, как говорится, разучился. Так. Не помнил, еще и забыл. Сейчас мы добежим до этого места и... Как раз начнем наше прохождение. Вода леденющая. Да, главное не падать. Ну, докажи, что я упал. Это она. Ладно. Прыгнуть. Умница все. Моя. Просто умница. Просто молодец. Но останавливаться нам никак нельзя. Немцы, холод, дикие звери, не дай бог. Согласен. Я просто вот это молчу. У игры есть такая манечка перебивать меня, когда начинаешь что-то говорить. Так что давайте просто помолчим. Все, давай, залазь. Выше нос. Не зря мы с тобой столько уже прошли. Ну? Ой, все. Та ты что, Халк, крушить. Так, а что мне нужно? Да, мне залезть нужно. Надеюсь, что игрулька коротенькая. Мы, в принципе, запишем еще с вами 1-2 серии. И на этом все. Потому что я себе скачал еще парочку новых игр. И хотелось бы их позаписывать. Ох ты ж. Во, да, на этом месте мы с вами тогда и остановились. Вижу, все в порядке. Сейчас выберемся, не боись. Да, выберемся, я не боюсь. Вот... Хотел бы поговорить по поводу шизофрении нашей девочки. Но вспомните себя в детстве. Как мы разговаривали с этими, со своими игрушками, там, варежками, если вы, в принципе, разговаривали. Он типа, привет, зайчик. Она такой, привет, что ты сегодня делал? Я летал на слоне, кушал луну. Уи! А это целенаправленно... Тише. Целенаправленно ей помогает, слышу. Кажется, зверь какой-то. Думаешь, рысь? Давай-ка мы переждем. Ну вот, про что я говорил, видишь, он ее управляет ей. Все, до побачня. Похоже, ушел. Может, это приквел к этим, к сумеркам? Это вот тот волосатик, который оборотнем был. Осторожно, лед очень хрупкий. Хорошо. Хорошо, идем. Так, если был один, значит и остальные неподалеку. Думаешь? Давай глядеть в оба и... Давай. Тише воды, ниже травы. Так, значит на цыпочках, да, нужно идти? Безять нельзя. Нельзя безять. Но хочу безять. Так, давай. Давай. Во, молодец. Тихо. Хоть и дремлет, но бдит. Так, ага, направо, налево. Направо, да, сейчас? Да, сейчас налево. Ага, два раза направо, один налево. Все, хорошо. Пошли. Раз. Два. Три. О! Ай, он нам сделал кусь. И что мне делать? Вот еще один. Хоть и дремлет, но бдит. Хорошо, и что мне делать? Если он два раза направо поворачивается. Так, раз. Вот еще один, хоть дремлет. Ага. Еще один. Еще один. Хоть и дремлет, но бдит. Но бдит, да.
Окей, налево, сейчас два раза направо. Раз. Два. Ну? Ну поворачивай свою. Ой, как я не люблю такие моменты. А, вот еще один. Подремлет. Но бдит. Так, пошли. Так, и что мне тут делать? Повернулся. Так, повернулся. Повернулся. Все, пошли. Я не успеваю. Может, пробежать нужно? Давайте попробуем пробежать. Давайте попробуем пробежать. Вот еще один. Хоть и дремлет, но бдит. Так, налево сейчас, давай. Налево. Все, побежали. Опа. Да, надо будет пробежать. Так, давай налево и направо. Направо. Опа. Хорошо, хорошо. Побежали, 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 побежали. Молодец, девочка. Просто в некоторых играх нельзя бежать, нас сразу замечают. Так, а тут что делать? Пригнись. А я что сделал? Так близко, я от страха чуть не развязался. Согласен. Нас же ж не видно. Нас видно. А как еще пригнуться? Насколько еще? Насколько еще пригнуться? Может, можно лечь как-то? А нельзя лечь. Так, пригнись. Я пригнулся. Я пригнулся. Так близко, я от страха чуть не развязался. Ага, надо Ctrl зажать, понял. Надо зажать Ctrl. И сейчас сделать... Уи, вниз, а ну. Давай, 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 давай. Ой. О, как же нам повезло. Бежим, бежим от греха подальше. А, бежим, 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 бежим. Поверить не могу, мы выжили. Ура. Это достойно лайки и подписки, так что не забывайте. Так, день 855. Нужно идти. Пошли. Ну? Алло. Хэштег, девочка, иди. Это что это такое? Ты кашляешь или что? Нет, зеваю. Не. Болеть нам никак нельзя. Согласен. Если я не буду нажимать. А можно было бы такие катсцены? Только светало, когда с Игорем попрощались. Сделать, чтобы не нажимать. Теперь уж снова солнце заходит. А, Игорь, это тот пилот, да, по-моему, что разбился? Кажется, вижу огни вдалеке. Уверен, еще немного, и к городу выйдем. А каким образом ты видишь огни, если ты они, под подмышкой? Должно быть страшное и грязное. Ну ничего, мы с тобой и не такое видали. По крайней мере, теплее будет, а уж еду и подавно там найдем. Согласен. Побежали. Ух ты ж, не обманул нас Игорь. Дошли, наконец. Так, и куда дошли? Ага, ты снег кушаешь, да? Ребят, не делайте так. Вот другое так. Дело. Вообще настой, нет. Самое главное. Нет, нельзя кушать снег. Как бы сильно не хотелось, нам будет только хуже. Погоди, не спеши. Только под колеса нам угодить не хватало. Так, может, перебежим? Или нет? Вот по-любому я сейчас побегу и меня собью, да? А, не, нормально. А ну-ка, стой. Стою. Я тут вспомнил кое-что.
Эта нашивка твоя нам в городе ни к чему. Вот так. Давно нужно было это сделать. И только скажите, что у него не шизофрения. А может, это как сверхъестественным? Просто кто-то вселился в нее? Типа как Кроули, там, Константин, все дела. Ох, не нравится мне твой кашель. О, киса, ля. Привет, киса. Будь осторожна, кажется, там кто-то есть. Да? Ага. Шайсен. Я-я. Так, хорошо. Так, погоди. Все, пошли, пожалуйста. Нет. О, повезло, что он нас не заметил. Согласен. Не будем терять бдительность. Кто знает, чего ждать от этих людей. Тихо. Смотри. Смотрю. Этот, похоже, спит. Давай его мэкнем. А еще он свой бутерброд не доел. Ну, значит, ему больше не нужно, правильно? Согласен. Если нельзя, но сильно хочется, то можно. Давай. Ах ты, падла. Эй! Вот это наглость. Давай за ним, может, еще нагоним. Думаешь? Но таким темпом кот не только съест бутерброд, но себе еще и новый сделает. Так только что? Не забывай про осторожность. Хорошо, не буду. Никому здесь не... Тихо. Тихо. Пускай пройдут. Кто? Алло, это не я. Меня здесь нет, я киса. О, вижу его. Бутерброд все в зубах держит. Видимо, несет куда-то. Падла. Так, побежали за ним. Это наш бутерброд. Стой, осторожно. Что такое? Что, осторожно? Что, кто? Киса, отдай бутерброд. Ай-я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 й. Вот же бестия скрылся. Блин, я мог забрать бутерброд, надо было просто подкрасться к нему. Тоже думаешь, что он там что-то прячет? По-любому. Только мы между этих прутьев с тобой не протиснемся. Сверху можно. Но мы запомнили, где он обитает. А давай я тебя закину, и ты разведаешь обстановку. Бросай варежку. Так, сюдой, да? Можем пройти? Не, сюда мы пройти не можем. Ага. Нам наверх, окей. Ля, индейка. Или кура, я не знаю, что такое. Давай куру заберем. Мне чудится, или это жареный гусь. А, гусь. Глаза, может, и подводят, зато нос никогда. Так, а давай подойдем поближе, пока его не унесли. Давай. Окно не закрыто, вот так удача. Ой-ой-ой, ты цела? Серьезно? Ой, бред какой, бред, дайте мне понямать что-нибудь. Хорошо, что все обошлось. Это же надо так, а? Ну что да. Что за люди? Только не вешай нос. Не даю даже гуся забрать себе. Ну, давай, беги. Ну, пожалуйста. Гуси жареные, огни, песни. У них что, праздник какой-то? Угу.
Пасха. Так, а можно пробежать вот эту вот... Неужто Новый год? Вот эту музыку. Вот же время-то летит. Вот эти челики, которые на другой стороне ходят, закрывают экран, прям, знаешь, когда смотришь фильм, снят из кинотеатра, и кто-то пошел в туалет за кока-колой. Мы с тобой тоже отпразднуем, когда еды раздобудем наконец. А потом посреди фильма. Надежные выплаты. Уй. Я понимаю, что это трогательный момент. Девочка хочет кушать, но... А вот смотри-ка, у немцев дома друг к другу жмутся. Ну так, да. Им, видимо, теплее. Так, женщина, вы мне мешаете обзору. Уйдите, пожалуйста, спасибо. Я нажимаю Shift и нажимаю все, но бежать нельзя. Похоже на булочную. Давай посмотрим. Мало ли перепадет чего. Давай. За ними проследим. И что мы с ними будем делать? Блин, выпечки у них много. Может, чего растеряют по пути? Давай попробуем. Так, побежали. Я думал, мы будем как Ганнибал Лектор. Нямать их. Ничего, главное не отчаиваться. Ну да, на крайняк кошку. Что-нибудь да обязательно подвернется. Кошку занямаем. Будем глядеть в оба. То есть я сначала сюда и шел полчаса, а сейчас буду зайти? Не, я не могу, я не могу. А сейчас обратно, да, будем бежать? Хорошо, хорошо. Ну, варежка, долго бежать? Эй, гуся нашего и след простыл. Ну да. Ну и ладно, будет нам еще добыча. Не вешай нос. Да я и не вешаю. Так, крыса. Не пройти, не пролезть. Хорошо. И кису мы не занямаем. Где эти детки или кто там? Ты смотри, мелюзга хлеб разбазаривает. Ага. Вот же негодники. Они гулю кормят, да? Гуля-гуля. Ты же не думаешь? Эх, да. Выбор у нас невелик. Хлебные крошки тоже еда. Согласен. Если осторожно подкрасться. Как говорится, еда тоже еда. Нас заметили, беги! Куда? Бегу. Бегу, 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 бегу. Встань, пожалуйста, встань. Нет, нет, нет. Отстань. Бля, хороший мальчик. Ну вот, дети все-таки не за нами бежали. Так, может, мы пробежим дальше? Смотри-ка, у этих маленьких разбойников тут потайной ход. Угу. О, вот так встреча. Так, а теперь нам нужно будет, домашние, наверное, оказывается. А еду у честных людей, значит, для развлечения таскает. Ага, надо бы сейчас мэкнуть кошку как Хитман, да? Давай. Чуешь? Чую. Чуешь? Запах домашней выпечки ни с чем не спутаешь.
Ну, посмотреть да. бы, что там, хоть одним глазком. Шоколадным. Так, нам сюда? Да, нам сюда, да? Опа. Ох, да чего же славный пирог, домашний, горячий. Такой бы тебя быстро от всех болезней вы... Так, и что нам делать? Нам надо, наверное, с вами забрать эту красную веревочку, да? Правильно я понимаю? Залезть в форточку. И забрать с вами... А ленточку, похоже, та девчонка уронила, которая птиц кормила. Пирог. Как... Слушай, а что если мы петельку из ленты сделаем и задвижку того? Блин, это по-любому Кроули из этого, из сверхъестественного. Помогает ей. Так, хорошо. Но нам же палочка нужна, правильно понимаю, или не нужна? Или не нужна? Опа. Так, давай. Но. Хэштег. Петелька, откройся. Во. Да что ж это такое? Что я не так делаю? Так, хорошо. Хорошо, давай ниже. Все, потихоньку. Ох-ох-ох-ох-ох. А что нужно делать? Ну вот, стой, 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 стой. Да как так? Нет, только не это. Ладно. Ася, ты не расстраивайся. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Мне интересно, это я этот, как его... Ася! Рукожоп, или оно так и должно быть? Не может быть. Ася! Ася, очнись! Ля, нам Кыся ленточку принесла. Это наш шанс. Давай, последний рывок. Так, давай. Отлично. Отлично. Теперь главное не шуметь. Давай. Тын-тын-тыры, дын-тын. Ты-ды-тын-тын-тыры. Дын-тын. Пирог. Беги. Беги, беги, Ася. В окно не успеешь. Схватят. Капчик. Лезь в ящик скорее. Слышь, ты куда это? Культяпки свои тянешь. По-моему, рождественская песня, да? Ну, в принципе, нормально. Понямали, песню послушали, теплый чаек выпили. В принципе, можно и дальше бежать. Ага. Мы еще поспать лягли, да? Вот же ты, разбойник, напугал. Знаешь, ты еще легко отделалась. Посмотри лучше на... Со времен фронтовых будней таких ранений не было. Угу, теперь Ася живет с этой... Не раскисай! Женщиной, да? Все поправим. Давай только сначала нашего хулигана накормим, так. Иначе он нам покоя не даст. Как скажешь, командир. Это как в первой серии, да, было? Сейчас мы ну будем что, с вами... ужастый, пойдем посмотрим, что там для тебя на кухне осталось. Заниматься ерундой.
Так, хорошо. Так, посмотреть записки. Давай посмотрим. Ну, алло. Ну, я попытался. Так, давай посмотрим здесь, есть ли тут что-то. Бонжур. Бонжур. Мама была бы рада, если бы узнала, что ты в тепле и в безопасности. Согласен. Я знаю. Дождемся, когда война закончится, а там уже и к бабуле поедем в село. Я уверен, ждать совсем недолго осталось. Надеюсь, папа тоже туда приедет. Да даже не сомневайся. По-любому. По-любому какая-то часть точно приедет. Так, что здесь? Дай. Закрыто. Угу. Чего там прятать-то? И от кого? Ты что, черныша нашего не знаешь? Как начнет клубки по дому раскатывать, ходи собирай потом. Да уж, надо искать ключ. Вспомнить бы, где фрау его держит. Фрау. Так, ладно, идем. Давайте, наверное, пойдем накормим сейчас нашего котейку. Вот котейка. А где у нас еда для котейки? Киса-киса. Знакомые так. Следы. Ага, это котейка. Фрау так. Слишком уж его балует. Она только с утра весь пол вымыла, а тут опять грязь. Надо бы помочь. Ой, как интересно. Ладно, давай, помоем. А помнишь, как ты меня метлой в бараке снимала? Я тогда еще на пол больно шлепнулся, но виду не подал. Эх, были же времена. Хм, ну да. Так, пошли убирать. Все, чисто. Давай тут поубираем. Все, хорошо. Киса? Киса, киса. Так, больше нигде нету. Ага, есть. Вот и вот. Говорится, не все так просто. Кажется, все. Молодец. Думаю, фрау будет приятно. Это меньшее, что я могу для нее сделать. Осталось швабру на место положить. Крыса, молодец, возьми с полки фоус патрон. Так, давай поставим. Давай поставим и пойдем на кухню с тобой. Батюшки, кто это? Не знаю, но фрау говорила никому не открывать. Окей. Смотри, смотри. Они что-то просунули под дверь. Давай посмотрим. Давай. Ох, не доведет тебя до добра твое любопытство. Ну а вдруг там что-то важное? Так, взять. И прочитать. Милая Сельма, будьте осторожны. Среди соседей ходят слухи, что вы не поддерживаете правящую партию. И, быть может, даже помогаете советской разведке. Не знаю, кому вы перешли дорогу. Возможно, слухи пошли из-за узкой девочки, которую вы приютили. Я знаю, как она вам дорога, но, пожалуйста, берегите себя. Доброжелательный сосед. Понятненько. Так. Неужели фрау грозит опасность? Это может быть из-за меня. Идемте кормить котеечку. Да брось ты, это всего лишь слухи. К тому же, может быть, ты не так чего поняла, все-таки на немецком. Ладно, покажем записку фрау, как она вернется, и там будем думать. Вот, это правильно. Лучше не... Согласен, лучше не это самое. Идем, киса. Киса, идем, понямаем. Так, ну по-любому, наверное, где-то ж... В холодильнике, да, должно быть? Где у нас холодильник? Та-та. Открой. Так. Это... Ага, сосисона. Дай сосисона. Или не сосисон. А, сейчас надо будет двигать, да, вот это все. Всю штуку. Так. Вон, наверное, да, вот тот корм, который нам нужен. Вот это вот там. Только как мне это все дело с вами? Вы понимаете, что оно дальше не двигается? Ну, выдвинься, пожалуйста.
Двинься, пожалуйста. Пожалуйста. Ой, бесишь меня. Почему оно дальше не двигается? Ты... Бабла. Дай сюда. Дай сосиску хотя бы. Ну, дай хотя бы сосиску. Как мне до той штуки дотянуться? Алло. Алло, игра. Дай мне, пожалуйста. Ой, все, до побачення. Не будет у нас кот сосиски. Раковина пустая. Сосиски если жрать. Если так хочешь помыть посуду, можешь принести ее со стола. Нет, не хочу я мыть, я хочу накормить. Ну, вы же видите, что тут происходит. Так, хорошо. Дай сюда. Почему эту баночку нельзя подвинуть? А, можно. Во, дай сосиску. Дай сосиску, пожалуйста. Ой, какой же бред. Какой же гребаный бред. Почему ты не можешь... Ну, все, отдай ее. Отдай сосиску. Ну, ты ж можешь вытянуть. Ну, не прикалывайся. Ну, ты ж реально можешь вытянуть. Шпайне. Развернуть я тебя никак не могу, да? Хорошо, хорошо. Давай вот так. Давай сосиску. Нет, нет, сосиску. Дай сосиску. Ой, гребаный бред. Вы слышите, да, как у меня мышка клацает туда-сюда? Вот это из-за того, что я не могу его достать. Это тоже не выдвигается. Ага. Ну, отдай, пожалуйста, мне вот эту вот штуку. Оно до баночки не хочет доставать, понимаешь? Так. Во. Во. Хэштег баночка. Дай. Так, двигай. Двигайся, пожалуйста. Блин, хотя бы с помощью кнопок каких-то... Помогли сделать. Ну все, ну почти же уже достал. Ну отдай. Ты что, не продвинешь его сюда? Алло, игра. Какой же я бред. Хорошо. Так, давай возьмем вот так. А здесь у меня появляется такая штука? Или не появляется? Нет, вы видите, оно не хочет ни туда, ни сюда. Окей. Дай сюда. Выдвинься, пожалуйста. Ну, выдвинься. Ну, дай. Ну, выдвинься. Ну, будь ты... Будь ты нормальной игрой, отдай мне, мне кису кормить надо. Сейчас холодильник размерзнется. Мне потом убирать это все. Что я делаю, я без понятия. Так, хорошо. Не туда, не туда, и сюда, не сюда. Ты выдвинул. Бред какой. Какой бред. Во. Ну отдай баночку теперь. Так, тут два варианта. Либо я сейчас ставлю на паузу. Я вправо тебя хочу потянуть. Вправо, вправо. О, все, молодец, умничка. Дай мне, пожалуйста, баночку. Либо отдай сосиски. Давай, дальше немножко. Во, и дай мне сосиску. Она не хочет его двигать. Короче, ребята, я сейчас нажму на паузу, закончу с этим все и продолжу. Так что я сейчас.